Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка очередной посылки с сайта AliExpress. Здесь смарт-часы MSX. Давайте откроем и проверим. Посылка шла чуть больше двух недель, упакована в почтовый полиэтиленовый коробка, обернута пупыркой, и внутри вот такая фирменная упаковка. Недавно я брал такие часы в подарок. Часы мне очень понравились. Также понравились очень сильно. Решил взять такие же для себя. Экран 1,43 дюйма. AMOLED-дисплей. Разговоры через Bluetooth по телефону. Множество различных режимов здоровья. Водонепроницаемость IP69. Работают часы до 15 дней без подзарядки. И множество спортивных режимов. Такая упаковка. Здесь наклейка. Наклеечку снимаем. Достаем часы. Ремешок силиконовый, широкий, очень приятный на ощупь. На руке сидит вообще обалденно. Короче, часы брал в подарок, такие же, как я уже говорил. Часы обалденные. Управление несложное. Делал видеообзор на них. Кому интересно, можете посмотреть. Внутри у нас мануал имеется здесь. Мануал на русском языке. Отверточка для смены вот этих накладок. Есть серая, зеленая, стоит оранжевая. Кабель зарядки USB Type-C. QR-код для загрузки приложения. И, как видите, инструкция на русском языке. Часы включаются вот таким образом. Нажимаем верхнюю кнопку. Держим несколько секунд. Вот, часы включились. Все, выбираем русский язык. Ну, в принципе, нам надо сейчас добавить в приложение эти часы. И все. Тогда у нас все установится практически автоматически. Установится время, дата и все прочее автоматом. У кого нет приложения, загружаем его и добавляем. Загрузили приложение, у кого нет. Потом открываете его и регистрируетесь. В регистрации сложного тоже ничего нет. Можно по номеру телефона или по электронной почте. В приложении устанавливаете все цели, сколько вам шагов пройти, сколько сбросить калорий и так далее. Ну, во-первых, надо добавить, привязать устройство. Нажимаем кнопку плюс. Надо включить Bluetooth, естественно. Так, разрешаем. Включаем Bluetooth. И идет поиск устройства. Так, вот, Aurora One. Идет соединение. Подключайте уведомления, какие вам нужны. WhatsApp включено, почта включена, уведомление о вызове, WeChat включен. Ну, короче, включайте те уведомления, чтобы приходили, которые вам нужны, чтобы приходили на часы. Ну, короче, в настройках ничего сложного нет. Кому интересно все это подробнее, посмотрите мое предыдущее видео на эти часы. Так, вот все, время синхронизировалось. Как видите. Так, мы можем добавить контакты, до 10 контактов добавить, чтобы сразу напрямую звонить с телефона, ой, с часов, вернее, не набирать номер. Ну, самые частые контакты добавляете. Так, пошел вызов. Как вы видите, все отображается и на телефоне, и на часах. Вот, я не знаю, слышно вам? Алло, как слышно? Слышу хорошо, отлично. Я отлично слышу. Звук идет через часы, поэтому микрофон может и не так отображаться звук, но звук отличный. Перезвони мне сейчас, пожалуйста. Хорошо. Так, вот идет звук. Вибрация. Отвечаю на звонок, нажав синюю кнопочку. Артем Павлович, как меня слышно? Слышно отлично. Короче, нормальные часы. Пользоваться можно. Спасибо за звонок, Натуль. Все, отбой. Отбой. Давай, пока. Очень удобно отвечать на звонки и набирать телефонный номер, также не доставая телефон. При звонках очень чистый и громкий звук. Также можно прослушивать. Вот смотрите, погода,
Сейчас 26 градусов, солнечно. Будете всегда в курсе погоды. Можно прослушивать музыку. Можно управлять как с телефона, так и с самих часов. Громкость. Следующий трек. Пауза. Воспроизведение. Предыдущий трек. Звук отличный вообще. Можем слушать музыку. И заниматься другими делами. Короче, функционал огромный. Очень большая библиотека циферблатов здесь. Вот, циферблатов море. Выбирайте любой, какой вам нравится. Короче, у часов функционал огромный. Можно прочитать смски, электронную почту просмотреть и так далее. Множество режимов спортивных, мониторинговых, медицинских режимов. Секундомер, таймер, будильник. Ну, короче, ну, есть все, что необходимо. Все, что нужно. Для спорта, отдыха. Ну, повторяться я уже не буду. Настройки несложные. Кому интересно, смотрите полный видеообзор. Ссылку на полный видеообзор я оставлю в описании под видео. Вот, оставлю также ссылку на сами часы. Цена этих часов на сей момент 4 800, но у меня еще есть промокод на скидку в $15. Это не маленькая сумма. Короче, ну, 3000 с копейками получится. Вот, кто воспользуется промокодом. Промокод также будет в описании. Вот, показывает сердечный ритм. Пульс 81, 80, 79. Сейчас успокаивается. Вот, 76. Сатурация 98, это отличный результат. Так что функционал, как я уже сказал, богатый. Ну, в принципе, на этом и все. Буду заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. В руке сидят. Всем доброго, до свидания, ночью.